Иван Андреевич Борисевич родился 13 марта 1917 года в деревне Александровка Даурского района Красноярского края. В армию был призван в 1939 году, а на фронт Великой Отечественной войны в 1942. В бою 29 февраля 1944 года на территории Белоруссии, рискуя своей жизнью и оставшись один у орудия, начал воевать против немецких танков. В бою был ранен, но орудие не оставил и вел бой до конца. Подбил два немецких танка. В боях с 25 по 28 марта 1944 года его орудие отбило ряд ожесточенных атак противника. В июле 1944 года при уничтожении противника в районе Минска Иван Андреевич Борисевич поджег два самоходных орудия, шесть автомашин, один танк, один тягач и уничтожил 50 гитлеровцев. 22 августа 1944 года за мужество и героизм, проявленные при освобождении Белоруссии, Ивану Андреевичу Борисевичу было присвоено звание Героя Советского Союза и вручен орден Ленина и медаль «Золотая звезда». Он участник парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. В честь Ивана Андреевича Борисевича названы улицы в поселке Балахта и Красноярске.